Я вот это все кинула в свою сумяку. Я это оставляю. С подвесками там цены вообще совсем неплохие. К сожалению, подвесок нету. Сейчас. Stained glass. Вот это вот может стоить денег. Все любили барахло, занимались барахлом. Отвели ему крылечко, а заполнился весь дом. Я живу на барахле, я живу на барахле. Сплю я без барахла, сплю я без барахла. Из него построю лодку и уеду, хей, ла-ла. Всем большой привет! Я сегодня на свалке. И я хочу сказать, что я возвращаюсь на YouTube. Мне писали, спрашивали, где я была, почему меня долго не было. У меня был очень-очень тяжелый. У меня был очень тяжелый развод. И вот только совсем недавно все это закончилось. Так что я не буду здесь насчет своих личных дел вам это все рассказывать, потому что этот канал только для секонд-хенд и для свалки. Если вы хотите знать мою личную ситуацию, то мои личные видео находятся на моем втором YouTube-канале. И ссылка на тот канал находится на этом канале под видео на главной странице. В общем, хочу сказать большое спасибо, что если вы еще со мной, что вы не отписались и вы меня не покинули. Большое вам за это спасибо. И никогда не знаешь, когда в твоей жизни может наступить полная жопа. Вот. Я подумала, что я сегодня пойду на свалку. И у меня было такое чувство, что я сегодня что-то такое более-менее найду. И я кое-что нашла. То, что я нашла, я покажу вам чуть позже. Мы с вами вместе пройдем, так сказать, по моим покупкам. То, что я не все, конечно, буду покупать. То, что я тут отберу. И будем решать, что покупать, что сколько может стоить денег, за сколько что может продаться. Потому что в основном я на свалку езжу, чтобы что-то находить, чтобы это продать на интернет-аукционе eBay. Как многие из вас, я думаю, это знают. Хочу отойти, взять еще иную тележку и пойти увидеть, что я тут нашла. Я не знаю, что они там объявляют. Я увидела вот это. Я вот это все кинула в свою сумяку. Но я не вижу, я вижу, что это никакая не винтажная, ничего. Вот сейчас стоят что-то, вот вывозят эти бины, меняют. Значит, эти бины здесь стоят, это тогда, что они завезли, а эти они все меняют. Только не все, а только два этих ряда. Сейчас тут такое будет. По-моему, вот это елочные игрушки какие-то я нашла. Похоже на то, как какие-то женские сумки. Очень симпатичные. Как женские сумки. Не знаю, что это за компания. Тут как туфли. Я думаю, я их куплю. Окей. Нашла вот это винтажное. Здесь должны были быть подвески, видите? Подвесок нет, поэтому я это оставляю. С подвесками там цены вообще совсем неплохие. К сожалению, подвесок нету. Тут сейчас повывозили. Поэтому я снимаю и иду на телефон. Не знаю, что это. Это на часы, по-моему. Не знаю. Так, какая-то лампочка. Я это взяла, потому что тут это дешево. Тут дешевле, чем в магазинах. Эти вот неплохие. Eagle.
похоже, как винтажные ножницы. Положу сюда. Ножницы для сада. Так. Что Бог послал. Для телефона. Фу, для часов этих Apple. Так. Тоже для часов Apple. Что это такое? Не знаю, какая-то металлическая штука. Кто-то это пытался продать за доллар. Angels. Не знаю. Повозьму. Я вижу, я не была на свалке год. Может, даже больше. Что вы думаете? Сегодня я приехала, вижу те же самые лица. Это чехлы на телефоны. Это какая-то металлическая фигня. Какой-то чехол с бантиком. Сейчас надо уже отчаливать. Мне нужно заехать к одному человеку. Не знаю, какой-то кейбл можно взять. Здесь это дело дешево. USB-адаптер. Что это такое? Я понимаю, что это, но я еще думаю, надо мне это или мне это не надо. Что это такое? Mules. Вижу вот это вот. Сейчас. Stained glass. Вот это вот может стоить денег. И неплохих. Не знаю, куда мне здесь это положить. Вот это сюда. Надо, чтобы оно не выпало. И уже тележка вся полная. Я плохо ее укомплектовала. Если так можно сказать. Я потом отойду, покажу вам, что я нашла. Я это все снимаю всего лишь одной рукой, поэтому мне очень тяжело. Лучше, когда две есть. Плюс тут еще надо идти в темпе, потому что если ты не идешь в темпе, то до тебя кто-то это... может это все взять. И точнее возьмут. Вон этот мексиканец. Кто за ним скучал? Он тут как тут. Думаю, сюда ходит каждый день. Я даже это не думаю. Я в этом не сомневаюсь. Так. Тут что, фигня какая-то? Так, что тут? Знаете что, жалко, что я не живу возле свалки. Потому что если бы я жила возле свалки, я бы здесь была бы каждый день. Потому что никогда не знаешь, что ты тут можешь найти. Сегодня мне повезло с техникой, если так можно сказать. Потом покажу, что я тут нашла. Так что будет видно. Я пока включу музыку, потому что я не знаю, что мне сказать.
это куплю, естественно, оно на вес. Еще понаходила вот такие вот пустые чехлы. Те, кто продают какую-то бижутерию, тут можно всякие чехлы найти и сюда вот так вот отсылать. Выглядит совсем неплохо. Этот вот не настоящий Louis Vuitton, под Louis Vuitton сделан. Вот это вот от чего-то латунь. Видите, кусок. И вот это вот, я не знаю, какая-то ту. Я это возьму. Вот эту мне надо оставить. Она здесь нацепилась. Так. Сейчас. Я не знаю, что вот это такое. Эрлес Прейган. Надо глянуть, почему он идет. Они тут объявляют. Я думаю, мне надо будет сделать дома видео, обзор и показать вам, что я тут нашла. Это я не буду покупать. Так. Я не знаю. Вот эти вот нашла с техники. Вот это вот название, я не знаю, для чего это. Я надеюсь, что они не сломаны. Я думаю, что это для что-то для музыки, не знаю. Еще надо глянуть, почему вот это вот идет из латуни, такая бакет. Тут цена написана, кто-то ее за 25 продавал. Но она тоже не в идеальном состоянии. Это я возьму. Так. Еще вот здесь вот нашла этот пояс для всяких этих тулс и всего. Так. Эту покупать не буду. Ладно. Так, я показываю, что я нашла. И по возможности я буду сюда вставлять фото с eBay, если я это нашла на eBay. Значит, это винтажный мешок. Или он от картофеля, или он от риса. Я уже такой продавала. Сюда вставлю фото. Так. Значит, новый лифчик для идиотов. Лавли. С этикеткой. И с этими штуками. Чтобы цеплять так. Насчет этого я не знаю. Мешка. Кто-то пытался это продать за $3. Stainless glass. Open window. Solida Colorado. Мне кажется, что это стоит больше, чем 3 бакса. Напишите в комментах, что вы думаете. Я хочу вам показать еще кое-что, пока я не отнесла это в дом. Вот эту взяла, только одну увидела, подсвечник, так. Взяла эту рубашку, это от компании Ralph Lauren, и это спорт, и это small. Здесь вот вышивка какая-то, 47-й год, и она очень такая тянется, очень классная. Вот это вот, я думаю, что я смогу это продать, это как паровозику, так. Вот этот вот Air Spray, он вообще как новый. Я увидела на eBay, похоже, такой или такой был продан. Я не помню, или тот был новый, или он был использован, был продан, по-моему, или за 200, как-то так. Я не знаю, я пока не хочу, знаете, себе эти цены тут набивать. Значит, сейчас я покажу, что я еще взяла. То, что я вам не показывала. Так, эту я купила себе. Это такая кошелка, не кошелка, а такая, это для купонов, по-моему. Сейчас. Да, это для купонов, видите. Это я себе взяла. Она такая, это кожзам. Так. Следующая, я нашла вот этот Daima. Вот этот вот принтер. Label Writer 450. Я сюда вставлю фото, почем такое идет. Вот это вот я себе взяла. Это кольцо для телефона. Новое. Я не знаю, если оно подойдет на мой телефон или нет. Это из латуни. Вот такие вот два подсвечника. Здесь вот написано компания Made in
Made in India. Так они вешаются. Их два. Потому что всегда, если что-то ищете такое из латуни, это всегда или латунь, или медь, всегда нужно иметь два. Лучше два иметь, чем один. Значит, вот из техники я нашла Canon. Canon — это, по-моему, видеокамера Elura 100 20X. Я сказала, я буду сюда фото вставлять, если я это найду на eBay. Вот это, по-моему, этот кабель к нему, а это кабель к этому. Печатать эти этикетки, наклейки. Вот это вот Nikon Charger в пакете. Кто-то это продавал за $40. У них шиза была явно. Значит, я нашла вот эту вот. Это когда только запустили. Значит, вот такая камера Nikon. Какой-то D40, видите, и он идет с линзой. И вот этот вот кэп от линзы у меня валяется в сумке. Я кэп отдельно нашла. И похоже, что это не такая старая камера. Так, сейчас я это положу вот так вот, Nikon, так. И потом, сейчас это я... Что это такое? Это штуки одни. Так... Я еще нашла духи винтажные, похоже, от компании Chloe. Так. И я покажу, почем такие на eBay идут. Они винтажные, и они как бы, знаете, называются... Я это называю просроченные, потому что, видите, какие темные. А, здесь вот название Chloe. И все. Они вот так вот были в коробке. И эта коробка, она лежала вниз лицом. То есть так видно, что Chloe. Она вот так вот лежала. Я взяла и увидела, что это Chloe. Следующая вот эта сумка была. Это когда только запустили. Значит, вот такая линза. Я думаю, что она не из... Так, зум. Не из последних. Так. И потом вот такая вот, это Pentax ZX-60. Но она с фильмом, видите, это не digital. Сумка сама по себе неплохая. Я еще там могла копаться, я имею в виду с техники. Но вот это то, что я нашла из техники. В общем, за все это я заплатила, по-моему, 65 или 68. Хочу это все поместить в один бин, все это вместе, и все это вместе выставить на аукцион и посмотреть, сколько денег я смогу за это все получить. Сколько я могу оправдать или заработать, я не знаю. У меня сейчас очень сложная финансовая ситуация, так что будет видно, и также мы с вами вместе будем наблюдать, как это все будет продаваться и действовать. Ну, хочу сказать всем большое спасибо, что вы со мной. Спасибо за подписку на канал. С вами была Саша. И всего вам наилучшего. Всем пока.